Всем привет, ребят. Заходим в Кильский канал со стороны Балтийского моря. Буквально осталось тут метров 500 пройти. Это лоцманский катер проезжает. Вот там наши ворота. Ворота в лог. Так называемый шлюз, если по-русски говорить. Зеленый моргающий огонь, это значит разрешение на вход. Ну вот мы уже на входе. По времени занимает где-то от 6 до 8 часов, чтобы пройти весь канал до выхода в Северное море. Сейчас я вам покажу сам шлюз, швартовку, не пропускаем, смотрим в ютубе. Ребят, не обращайте внимания, просто видео изначально для ТикТока идет, первая минута, потом я уже продолжаю снимать, соответственно, для ютуба. Те, кто заинтересован, тот будет досматривать. Сам город Киль здесь располагается тоже. Ну и не только Киль, на протяжении всего этого маршрута, канала. Днем особенно красивые виды открываются. Проходил уже не раз его, но почему-то всегда как первый раз. Очень красиво. Всегда по-разному. Все. Сейчас я уже с левой стороны нахожусь. Выброски подают они свои, ну, по крайней мере, раньше так было. А по поводу лоцманов, сейчас, значит, один у нас, вот трап приготовили, уйдет, придет другой. Скорее всего, сейчас будем еще получать провизию, либо в этом, либо в следующем, но, скорее всего, должны привезти, конечно же, здесь. Ничего не меняется с годами совершенно. Куча чаек. Смотрите, какие утки огромные просто. Селезень. Швартовщик как раз стоит с выброской, уже готовится бросать. We are ready. Четко, техника уже отработана. Идем в самый конец шлюза, потому что мы первые, за не нас еще будут сюда устраиваться. Конец пока на стендбае, не подаем. Кстати, по поводу трапа, это был лоцманский, вот такие они подают, у них на причале уже есть на готове. Ничего нам готовить не надо, просто подвязываем их у себя на борту и все. Все сделано для того, чтобы экономить время. Вот такие вот огромные кранцы деревянные наблюдаем. Они вдоль всего лока и с правой, и с левой стороны, естественно. Есть специальная сейфти зона, вот желтая будка. Однажды даже я менялся здесь. Раз судно заходило. Я ждал, наверное, часов 5, пока приедет мое судно. Позади нас тоже судно заходит, не спеша. Нос уже начали подавать шпринг. Мы уже почти достигли дальних ворот. Подаем только один конец здесь.
спринт, не продольный, прижимной. Ну, посмотрим, какой получится. Скорее всего, продольный. Окей, make fast all. Make fast! Put more. Hey, you can put one more. Vira, Vira. Вот так и подходим ближе к причалу. На баке уже заводят продольный. Окей, a little bit Vira and finish. Окей. Все, стоим alongside. Aft secured. Видим девушку, которая идет к нам. Maybe my future ex-wife. Я думаю, что это девушка лоцман. Okay, we will take the ladder and secure. Ну и все, сдаем лоцмана. Принимаем агента. Ну и едем дальше.